Большинство производителей крепят матрицы в ноутбуках с помощью двухстороннего скотча. На рынке огромное количество лент, которые якобы предназначены для этой задачи. Но это не так. Неподходящий клей, неподходящая основа, неподходящая толщина, что в конечном итоге создает проблему для специалистов по ремонту электроники. Проверенной лентой является Rollin VA04S в сочетании с праймером Rollin 153F. Однако, если клеить ленту не по технологии, она не сработает или вовсе отвалится. Поэтому вот вам инструкция. Первое. Удалите с поверхности остатки старого скотча. Второе. Обезжирьте поверхности изопропиловым спиртом. Калоша, ацетон и прочие составы использовать нельзя. Третье. Тампоном или ватной палочкой нанесите праймер на поверхности в одно касание и дождитесь, когда испарится растворитель, оставив на поверхности матовую пленку. Четвертое. Нанесите VA04S и прижмите по всей площади. Пятое. Удалите защитный лайнер. Шестое. Закрепите матрицу. Готово! Моментальная адгезия и высокая прочность не позволят матрице оторваться даже в самых суровых условиях эксплуатации. VA04S и праймер 153F можно купить у нас. Обращайтесь в группу ВКонтакте.